Всем привет! Решил снять обзор на такой белый ром. Белый ром я как-то не пробовал. Больше нравился как-то золотистый. Ну, такой темненький, грубо говоря, с выдержкой. Такой, чтобы поароматнее было. А это решил взять вот светлый, попробовать просто. Аж интересно вот как-то сравнить. И тем более, как раз он был по скидке, цена выходит, ну, грубо, за 700-граммовую бутылку рома, ну, как за 700-граммовую почти бутылку нормальной водки. Ну, водка и ром – это две разные вещи, как вы понимаете. Водка – ретификат, спирт, ром – это дистиллят. Дистиллят – спирт полезней, дистиллят – спирт намного меньше вредный. Ну, можно так сказать даже. И вот буду пробовать. Ром этот французский, написано. Карибские острова производят. Перевод есть приклеенный. Вот перевод сбоку. Так что это сделано за границей. Должно быть нормальное по качеству, что не паленка какая-то. Тем более проверил и штрих, и все. Ну, вот что хочу сказать. Такой ром по доступной цене. Кока-кола, думаю, попробовать еще ром-колу сделать. Тут написано как раз сзади он коктейли. Пинаколада, Куба Либре. Ну, заморачиваться я не стал. На пинаколаду это, как мы знаем, надо и кокосы, и ананасовый сок. Коктейли мешать. Ну, короче, такое. А это я вот попробую так. С кока-колой и в чистом виде скажу, что оно себя представляет. По отзывам я такой, какие нашел. Ну, по отзывам говорят, типа жестковато и все такое. Ну, мол, что могло быть и лучше. Но вот мне интересно самому сравнить. Пишут это одно, а когда сам попробуешь, это другое, как мы знаем. Да, запечатано тут, конечно, что-то не видно, именно полосочки открывающей. А я как раз ничего такого и не взял. Термоусадочная пленка. Да, термоусадочная пленка здесь пришлось поддеть ножом, чтобы подорвать ее. Нету язычка здесь, получается, без язычка отрыва она. Обрезал ножом, так что имейте в виду, если открывать, надо чем-то поддевать ее. Ни дозатора, ничего нема. Ну, я же говорю опять. Ну, опять, по скидке цена такая. Так он стоит дороже, конечно. И скидка хорошая сейчас. И вот за что говорится, что выбор сейчас, например, вот стоит. Или взять можно было водки 700 грамм, бутылку. Если кто-то вот собрался там выпить с компанией или праздник какой-то. Или рома. Вот и сравните. Но аромат. Аромат уже слышно ромовый. Ну, белый ром, как мы понимаем, тут ароматика простейшая. Это спирты чистые. Написано 6 месяцев выдержки. Да, поначалу он такой бьет резковатый спирт, даже как чуть-чуть кажется, вот как ретификатом аж слышно, грубо говоря. Ну, все-таки не, ретификат он даже вот когда ароматика открылась, это совсем другие спирты. Вот просто я имею в виду, что многие там в комментариях, некоторые писали, что мол похоже на ретификат, ну на водку типа, запах. Вот что мне интересно стало.
Нет, тут получается. Просто спиртозность дает, потому что 6 месяцев всего лишь выдержка, это никакая. И это не золотой ром и не черный. Вот черный, он такой йодистый ром. Я вот когда брал, он йодистый. А белый, естественно, он такой, аромат у него сложный. Есть, правда, брал я и ром еще такой, что он более слажий. Сорта не помню, как называется, но он сильно мне не понравился, потому что он более услаженный тоже, и тоже это французский вроде был ром. Ну, сейчас аромат, когда подышала, просто многие, видно, сразу наливают и пьют, им так кажется, что оно такое, типа, водочное, тяжелое, спиртуозное. Когда оно чуть постояло, тем более, или в коктейле, если, или бутылку просто перед употреблением открыть, и чтобы она постояла там полчасика даже вот так вот где-то. Я думаю, запах намного будет приятнее и ровней. Мы попробуем. Да. На ретификат это не похоже. Вкусовые рецепторы, вот слышно вам, чтобы объяснить больше, чтобы вы поняли, даже такое чувство, как кокосом, даже так вот, вот таким, как кокосовое молоко где-то вдалеке. Если так вот по полости рта пропускать его потихоньку. Спиртуозность, естественно. Ну, белые ромы, тем более выдержка 6 месяцев. Да, естественно, его пить залпом. Просто я сейчас вот хочу, интересно для себя даже стало, когда я почитал комментарии, вот сравнить, действительно ли он так, что, как многие пишут, типа, что не такого прям качества или как хотелось бы, чтоб выше. Что на водку похож? Не, на водку он не похож. Спиртуозность, да. Но слышно, что это дистиллят. В коктейле его, да. Естественно, тут и коктейли написаны. Это потому, что вот само для коктейлей он должен быть самооптимально. Потому что ароматика, естественно, у него белого, как мы знаем, он идет в основном на коктейли. Она, ну, невыдержанная ароматика. Да, действительно интересно. Кокосом. Кокосовым вот орехом именно. Как кокосовое молоко вдалеке что-то есть. Такой привкус тростника получается дает. И ароматика вот такая. Настолько интересно. Ну, опять же, это надо еще почувствовать. Я не знаю, может кто-то, вот это, кто обзоры там писал в комментарии, что типа грубый, как водка там и все такое. Просто видно ароматику он не чувствует так. Да, сладость. Прям вот слышно тростниковая сладость. Да, ему надо подышать, и тогда он намного открывается. Ему надо время. Открывается в смысле белого рома, ни больше, ни меньше. Опять же. Тростник, сладость. И вот это такая тропическая, типа, как я же говорю, привкус кокоса. Да.
Такой интересный вкус белого рома. Я думал, конечно, белый ром будет хуже, как вот я представлял, что я его никогда не брал. Потому что, ну, белый ром есть белый ром. Это считай, что многие считают, как водка там, ну, простейший. Ну, простейший в смысле, что он не выдержанный, опять же. Так, сейчас чуть-чуть дольем. Да, если бы такая цена на него всегда была, а не по скидке, это вообще было бы отлично, грубо говоря. Вот так мы сделаем. Сейчас коктейль. Ром-колу настоящую. Опять же, 700 грамм за такую стоимость дистиллята. Насколько кто знает, опять же, за дистиллят, скажу, по сравнению с ретификатом, это водка. У дистиллята не сильно развивается вот даже зависимость к алкоголю. Что кто-то, если вот думает, что там, если он будет выпивать, и он будет больше выпивать, типа такого, наоборот, вот. Дистиллят, он меньше, ну как, его выпил для настроения и все. На ретификат тут реально, на водку многие подсаживаются, что постоянно пьют потом водку, водку, водку. И тянет опять, ну, выпить что. Вот такой, такая специфика у ретификата. Ну. С колой вообще отлично. Оно стало мягкое, оно не крепкое. 37 градусов, кстати, здесь. 37. 37,5 даже написано, 38, типа. Да, в коктейле он будет идти отлично. Отлично. Я думаю, вот эти коктейли, что состав написано, пинаколада тоже классная должна быть. Если тем более из натурального ананасового сока сделать. С кокоса, естественно, молоко кокосовое. Но это получится, конечно, пина колада дороже, чем будет эти две бутылки рома. Если настоящий фреш делать, если сок кокосовый. Ну, что я скажу, ром... Интересный белый. Но интересный в меру интересный, опять же. Тут ароматов каких-то не стоит искать. Ну и опять же, что не настолько плохой, как я думал, что белый ром настолько хуже. Если еще выше качеством белый ром будет, то, скорее всего, там еще интереснее будут тона. Больше тростника слышно будет, больше еще ароматика какая-то. Это, скорее всего... Потому что этот ценовой диапазон невысокий, скажем так. Более доступный в широких массах. Ну, вот что я за него хотел сказать. Вот такой ром. Вот, все. Что... За него мог сказать, то сказал вам. Все, счастливо.